Сейчас о потраченных средствах. Как мы рассказывали ранее, на объединенные выборы Мажилиса и Маслихата всего ушло 15,3 миллиарда тенге. Сегодня стало известно, что на предвыборную кампанию 5 партий в сумме потратили чуть больше 2 миллиардов тенге на различные агитационные материалы и мероприятия. Бюджеты политобъединения формировались за счет собственных средств и добровольных пожертвований граждан и организаций. А во сколько обошлись голоса казахстанцев каждой из партий? С подробными цифрами готова поделиться моя коллега Фариза Бладбек. Фариза, приветствую. В итоге кто сколько потратил? Жалгас, приветствую. Больше всех на каждого проголосовавшего избирателя потратила партия Адал. По данным ЦИК, один голос обошелся политобъединению в 1290 тенге. Всего Адал собрал 335 миллионов тенге, а израсходовал на выборы около 334 миллионов тенге. Напомню, что партию поддержали 259 тысяч казахстанцев, однако необходимых 7% она не набрала. Чуть меньше адаловцев на одного своего избирателя потратила партия «Аул» 1274 тенге. За время предвыборной кампании «Аул» собрал 490 миллионов 400 тысяч тенге и потратила на агитацию 488 миллионов. Эта партия также не смогла преодолеть достаточный процент голосов. За один голос своих сторонников Народная партия Казахстана отдала около 569 тенге. На предвыборную кампанию партия потратила почти все свои деньги, почти 375 миллионов тенге. НПК поддержали 659 тысяч казахстанцев. Теперь у них в Мажилисе 10 мандатов. Акжолу один голос обошелся в 381 тенге. Партия собрала 307 миллионов тенге и за месяц предвыборной гонки потратила 302 миллиона тенге. Акжоловцев поддержали 793 тысячи казахстанцев. Эту партию в Нижней палате парламента будут представлять 12 депутатов. Больше всех на выборы потратил Нур Отан, чуть больше 622 миллионов тенге. Однако голос одного избирателя ей обошелся дешевле всего в 120 тенге. За партию проголосовало более 5 миллионов человек. В избирательный фонд партия собрала 637,5 миллионов тенге. Такие данные предоставили в Центр избиркоме. На этом у меня вся информация. Жалгас, возвращаю эфир тебе. Фариза, интересная информация. Кстати, для новоизбранных депутатов сняли номера в отеле, внимание, за 31,2 миллионов тенге. Такая информация появилась на новостном сайте 7152.kz. Сообщается, что хозяйственное управление парламента Казахстана забронировало 103 номера в столичной гостинице. Действительно, соответствующий лот был объявлен 11 января на предоставление арендных услуг помещений. Тендер провели из одного источника по несостоявшимся закупкам. Победителем стала организация Hotel Service Astana. Адресом арендного помещения они указывают улицу Менгеликель 43 в столице, где находится люксовый отель Хэмптон. Кстати, источник финансирования – республиканский бюджет. И без учета НДС цена на предоставляемые услуги составляет 27 миллионов 800 тысяч тенге. Стоимость номера на следующую неделю варьируется от 129 до 152 тысяч тенге. В телефонном разговоре нашему каналу подобную практику подтвердил и уходящий на пенсию заместитель председателя Мажилиса Владимир Башко. У нас такая практика в прошлом году была. Это у нас буквально на 15-20 дней, пока депутаты не освободят все квартиры, уже подавляющее большинство уже освободило. Кто не местные депутаты, тем будет оплачен. Да, оплачено проживание. Сейчас у нас квартиры ремонтируются. То есть, мелкий такой ремонт, побелка, покраска небольшая. Практически уже половина квартиры отремонтирована. И они где-то числа 25-го, 20-го могут уже заехать.